Тюменские полицейские ликвидировали подпольное казино. Незаконное заведение располагалось в одной из квартир жилого дома на улице Ленина. Работа была тщательно законспирирована. Подпольный покерный клуб посещали постоянные клиенты. Новые попадали только по рекомендации или поручительству. Во время визита правоохранителей в квартире находилось 10 игроков и 2 крупье. Предполагаемым организатором является 52-летний мужчина. Он задержан, возбуждено уголовное дело. В результате проведенной операции полицейскими изъяты игральные фишки, специализированный покерный стол, карты и другие атрибуты противоправной деятельности. По факту незаконной организации проведения азартных игр возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.